саженцы и рассада многолетней лилии восточной махровой Double Sorbonne сделают прекрасней любой сад. Темно-зеленые стебли и листья растения высотой до 110 см, в конце июля расцветают крупными махровыми цветами насыщенного нежно-розового цвета с широкой белой каймой. Волнистые лепестки долго раскрываются в период цветения, поэтому каждый цветок радует глаз более недели. В полураспущенном виде цветок отдаленно напоминает лотос, а в фазе окончания цветения лепестки расправляются в разные стороны. На зиму требует укрытия, для посадки предпочитает солнечные безветренные места. Лилия восточная махровая Double Sorbonne – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.